как мы сейчас перед большим собранием для объединения с такой большой силой, когда все наши товарищи со всех концов мира приезжают с огромным желанием, как нам организовать эти желания для того, чтобы соединить их именно для одной просьбы, чтобы раскрыть над собой власть Творца. Как нам с помощью этого большого конгресса организовать просьбу, сорганизоваться для требования, чтобы над нами раскрылась власть Творца. Что вы рекомендуете всем нам делать? Этот вопрос остается также и как домашнее задание на весь день, на сегодня. Как нам соединиться, организоваться, превратить требования к власти Творца над нами в требования Хисарон, который будет центральным, можно сказать, единственным, пребывающим в нашем сердце, в общем нашем сердце.